София Ротару между Украиной и Россией, словно меж двух огней. Народная артистка, которая давно не выступала в родной стране, теперь вызвала скандал в Российской Федерации. В выходные в Москве прошла церемония вручения одной из самых главных музыкальных наград – «Золотой граммофон». Этот факт можно было бы запросто проигнорировать, если бы на события, проходившие в Кремлевском дворце, не прибыл целый отряд украинских артистов. София Ротару, Ани Лорак, Лобода, Вера Брежнева, Таисия Повалий и в придачу Макс Барских. Нам стало интересно, когда народная артистка устроит юбилейный концерт для жителей своей страны. Если это произойдет, то наверняка во Дворце Украина. Поэтому мы обратились к руководителю главной сцены страны. Честно говоря, мы не проявили инициативы провести юбилейный сольник Ротару, зная ее огромный концертный гонорар. Но и София Михайловна со своей стороны тоже не проявила никакой инициативы что-либо устраивать на нашей сцене, говорит Роман. Хотя в сборных солянках Ротару во Дворце Украина выступает. Вообще-то у меня с ней живого контакта нет, но я с большим уважением отношусь к Ротару, как к человеку. Однако мне лично настаивать на этом нет никакого смысла, потому что у нас сейчас и так перегруз. Если Ротару не хочет выступать на главной сцене страны, то другие наши артисты делают это с удовольствием и собирают аншлаги.